Сразу два таланта нашей эстрады готовят своим поклонникам сюрпризы. Дабы сюрприз оставался таковым до последнего, они попытались скрыть факт съемочного процесса от СМИ. Но от нас не уйдешь. Мы выяснили, что тайно на съемочной площадке начал неделю Серик Ибрагимов. Его новое творение будет называться «Казак Пазбяремес». Вот вам отрывок этой композиции. Также где-то на съемках таится от чужих глаз Мархаба Саби, собирающаяся явить миру новый трек с мультиязычным названием «Май Махабат». Режиссером этого творения является Канат Бисикеев. Обе новинки будут представлены в начале весны. Ждать осталось недолго.